В Великобритании сообщили о распространении нового штамма коронавируса под вида дельта-варианта. По мнению ученых, он может быть еще заразнее. Также эксперты считают, что пока рано говорить, насколько этот вариант опаснее. Но у нас есть возможность задать эти вопросы Георгию Базыкину, молекулярному биологу и профессору Сколковского института науки и технологий. Здравствуйте. Добрый вечер, пожалуйста. Георгий, благодарим вас. Ну что, что можно сказать вот по данным на сегодняшний день по поводу этого нового штамма? Насколько он опасен и что с ним делать? Я прежде всего хочу сказать, что мне тоже надоела тема коронавируса, я бы с большим удовольствием занялся чем-нибудь другим. О, да. Но действительно этот вариант, его частота продолжает расти, он по-прежнему остается пока что редким в Великобритании, его частота порядка 10%, и совсем не каждый вариант, которого растет частота, это вариант, который на самом деле более легко передается, более заразный и более страшный. Может быть, это просто случайность. И такое раньше уже видели. Были варианты, которые казались страшными, они подрастали в своей частоте, после этого с той же скоростью вымирали, и от них не оставалось никакого следа. И вообще каждый новый вариант, я думаю, правильно считать невинным, если не доказано, что он в чем-то виноват. Так сказать, презумпцию невиновности новых вариантов нужно соблюдать. Но действительно, да, и нужно сказать, что, конечно, все варианты, которые будут появляться в дальнейшем, это будут уже варианты, которые произошли из дельты в ходе такого эволюционного процесса. И просто потому что дельта — это единственный вариант, который сейчас есть практически на земном шаре, она практически повсеместна, все остальные будут уже ее потомками. Ну вот про этот вариант, значит, даже если действительно подтвердится, что что он быстрее распространяется, сейчас речь идет о его повышении скорости его распространения примерно на 10-15%. Для сравнения, для альфы эта скорость была повышена примерно в 1,5 раза, то есть на 50%, для дельты еще на 50% сверх этого. Так что все равно это не будет новый, так сказать, новое такое же изменение, какое было вот в связи с приходом альфа и дельты. Я не жду ничего настолько радикального. Да, Георгий, ну, насколько я знаю, вы внимательно изучаете ситуацию в России, все варианты, да, пока не штаммы, чтобы их можно было называть так, что новыми штаммами, варианты, которые появляются в России. Вот, на ваш взгляд, насколько наша страна сейчас может стать таким полигоном для появления новых штаммов с таким низким уровнем вакцинации? Есть ли какая-то опасность, что действительно появится более заразный, может быть, более летальный штамп именно у нас здесь? Но вероятность появления нового варианта – это просто чем больше вируса, тем больше у вас вероятность, что появится что-нибудь новенькое и что-нибудь опасное. И, конечно, особенно опасна ситуация взаимодействия вот, частично иммунизированной популяции с такой неиммунизированной, в которой новые варианты чувствуют себя совсем-совсем вольготно, которая в России сейчас наблюдается. Я думаю, что просто в первую очередь, вот очень большое число случаев, которые у нас сейчас есть, и во вторую очередь большая очень доля невакцинированной популяции, конечно, создает очень благоприятные условия для эволюции новых вариантов вируса. Будет, возникнет ли новый вариант в России или где-нибудь еще, это на самом деле ну, как бы не так уж важно, потому что все равно он практически наверняка распространится глобально. Все-таки коронавирус границ не признает, и мы видели, что и альфа, и дельта, и все предыдущие варианты достаточно быстро покидали территорию той страны, в которой они были в первый раз замечены. Поэтому для всего человечества большой разницы, где именно он возникнет, нету. Но, конечно, Россия в этом смысле представляет такую большую ну, глобальную угрозу наряду с другими странами, где случаев сейчас тоже по-прежнему остается много. Вы знаете, Георгий, сейчас еще много разговоров о том, что после появления дельта-штамма и его развития, уж я не знаю, менялся, как-то развивался или нет, но тем не менее начали умирать дети, заболевать и умирать дети. И это очень больше многих моих знакомых, ну, по крайней мере, да, это стало гораздо более очевидно, что да, дети не только переносчики, как считалось вначале, а дети заражаются, болеют и даже умирают. И в этом смысле можно ли сейчас уже говорить о том, что еще вот этот новый вариант, он будет еще более опасным для самых незащищенных из нас, для детей и для, ну, для стариков? Очевидно, они и так были не защищены. Вот дети именно, это какое-то новое явление. Ну, конечно, каждая смерть ребенка – это трагедия, но все равно нужно подчеркнуть, что, безусловно, кривая смертности, связанная со всеми вариантами коронавируса, очень сильно смещена в сторону пожилого возраста. И человек, даже привитый человек,
пожилого возраста находится, к сожалению, в большем риске, чем даже непривитый ребенок. Просто потому что пожилые люди вообще оказываются в очень большой зоне риска. Так устроен этот вирус, так устроены все его варианты, так был устроен исходный вариант, так же устроена и дельта. И что касается вот этого нового варианта, который называется AY4.2, сейчас вообще преждевременно говорить о том, что какие-то его свойства как-то изменены. Мутации вируса происходят все время возникают какие-то новые варианты, и большая часть этих мутаций никак не сказывается заметным образом, по крайней мере, измеримым образом на свойствах вируса, и пока не доказано другое, я думаю, что то же самое нужно думать и про этот вариант AY4.2. Если окажется, что он таки действительно имеет какие-то другие свойства, но вот эти измененные свойства нужно тогда будет изучать. Всем привет, это Тихон Зятко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на YouTube. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш YouTube-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» tvrain.ru/подписка, и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.